Хоба! Ама! Бляшка! Ха! Короче, хреново себя чувствую опять. И, короче, продолжаю болею. О, так. На таблетках весь сижу. Короче, и погнали. Тяжко, но нормально. Жить можно. Так, что у нас получается здесь? Все. Хоба. Стойка. Все проварено. Здесь вся левая сторона обварена. Здесь вот так, 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 так. Все усилено. Здесь из профиля варено две пластины. А, стеклоподъемник еще снял. С этой стороны тоже вот из профиля все вот проварено. Вот так вот здесь усилено. Здесь усилено с двух сторон. Вот здесь тоже соединил. Так, самое... геморройная, короче, тема. Начал здесь все разбирать, потому что стеклоподъемник надо снимать. Здесь вот гнилое, придется стекло вытаскивать. И оба! Печка-то у нас работает-то и не будет нормально дуть-то. А почему она не будет дуть? А потому что в ней тоже жили мыши. Дурдом, короче. Остается вот по кузову еще сварить вот правую сторону. Вот здесь вот зачистил. Это. Здесь все уже обработано. Так что все, классно. Надо только вот это разобрать. Короче, геморрой. И еще надо снимать, получается, радиатор печки. А радиатор печки, это надо, по-моему, торпеду надо снимать. Блин, какой же геморрой все-таки. Ой, потому что там все забито, получается, вся система. И надо эту всю систему просто-напросто разбирать. Торпеду по-любасу придется снимать. Блин, как я этого не хотел. Ладно, все. Скоро будет видос.